нам на политсовет было направлено обращение губернатора Волгоградской области. Он при назначении председателя комитетов или руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области всегда обращается к партии за советом, за согласованием. То есть это была его инициатива по Титову Леониду Александровичу. Мы его поддержали единогласно, потому что знаем его по предыдущей работе. Он был депутатом областной думы, был полковник милиции, я уже об этом говорил. То есть человек, которого знает во всех муниципальных образованиях, потому что возглавлял комитет по госстроительству. Я считаю, достойная кандидатура. Что касается Левкина Виктора Николаевича, да, Левкин Виктор Николаевич был в списках партии «Единая Россия» в 2014 году, когда у нас формировалась областная дума. Сегодня, согласно уставу, у нас, если никто не претендует с округа, с регионального округа, где был Литвинов, то есть партия принимает решение о передаче мандата в любом избирательном округе. И, то есть, вот я считаю, что мы поступили на самом деле взвешенно и слышали отклик и коллег-депутатов, и тех, кто с ним работает в аграрном секторе, что человек на самом деле очень и очень достойный и будет представлять или укрепит, наверное, позиции аграриев Волгоградской областной думы, хотя они и так у них крепкие.